Котлотурбинный цех Самарской теплоэлектростанции. Самый молодой в городе и технически совершенный. Шумно и безлюдно. Настолько автоматизировано производство. Самарская ТЭЦ обеспечивает теплом и горячей водой больше половины города. В составе оборудования 5 турбин и 13 котлов. В огромных котлах высотой около 40 метров подогревается вода для нужд горожан. А пар с энергетических котлов приводит в движение роторы турбин, благодаря чему вырабатывается электроэнергия. Летняя пора для энергетиков – период ответственный. Сейчас самый разгар ремонтной кампании, разгар подготовки к зиме. Он виден здесь на станции и виден по всему городу. Все кругом раскопано, мы там ведем интенсивную активную замену трубопровода теплосети. Сейчас мы в самом таком напряженном периоде подготовки к зиме. В разгар горячей поры глава администрации города Олег Фурсов встретился с коллективом Самарской ТЭЦ. Он рассказал не только о энергетиках. В жизни всего города сегодня ответственный период. В сентябре предстоят выборы в районные советы депутатов. Более самостоятельными станут районные администрации, которые получат четкие полномочия и собственные бюджеты. Нам принципиально было важно, чтобы в состав районных советов были выдвинуты простые люди, которые своим трудом, своим авторитетом понятны жителям и которые могут, попав в орган, скажем так, представительный, решать вопросы, связанные с развитием города, а не вопросы, связанные с собственным каким-то развитием или там, собственным обогащением, чтобы они могли работать в интересах всего района. Олег Фурсов отметил, уже можно заметить позитивные результаты реформы местного самоуправления. Большое внимание власти оказывают закупке спецтехники, необходимой для уборки улиц и тротуаров, обновлению подвижного состава пассажирского транспорта, ремонту дорог, благоустройству города в целом. Айгуль Зиганшина, Марина Матвейшина, Артем Сулайманов. События.